Безответная любовь одного из автомобилистов Новосибирска привела его к лишению прав. Сердечные страдания попали в объектив видеорегистратора машины ДПС. Остановочку делаем. Водитель иномарки требования игнорирует и лишь прибавляет газу. За лихачом начинается погоня. В какой-то момент он бросает машину в надежде спрятаться во дворе. Однако в спринтерском забеге победа остается за автоинспектором. Тут-то и выясняется, что мужчина пьян. Нарушитель объясняет, что за руль якобы сел из-за сердечных неурядиц. В очередной раз он предлагает за права деньги. Бабки прямо сейчас отдадим, друган. Документы на машину. А это иконочки. Это мать меня сглазили, типа, что влюбился туда-сюда, жену разошелся. Судя по всему, водительских прав этот влюбленный автолюбитель лишится надолго.